Дай
Простите меня, я по-другому не смог. Я как будто застряю, так усаженный, стараясь думать наперед. Круговорот. В глазах все те же стаи, слова, что дышать пора мне. Как будто все в порядке, уходи без оглядки. Как будто все в порядке, все в порядке. Заглядки. Здесь дальше нет, чем
могу сосредоточиться. Рядом со мной это не закончится. Ой, и только вой, мне не уйти никак. Он будет всегда рядом со мной. Пожалуйста, уходи, не бери аминазин. Здесь я один, здесь лишь я один. Сосредоточься.
тьме. Кто я такой? Безразличное время меняет маски. Я на 30 лет тяжелее, чем в начале сказки о глубокой змее. Все сплетается, и во мраке ночей я слышу чудовищ, что со мной не так. We'll be right back.
шагал домой, читая все, что написал. Перед моими глазами возникал твой образ, я узнавал тебя во всем. Ключ птиц писал в пасмурном небе твое имя. Твои очертания рисовали шумящие кроны деревьев. И даже в зажигающихся окнах многоэтажек не виделись твои зеленые глаза. А может, это и были твои глаза? Я размышлял про это, вдыхая запах мокрого асфальта и острый чувствовал плыть на стопище весны и дома. Я пытался уснуть, не представлялся волшебный дождь, который смоет все, обратив меня в размытую краску, стекающую по обшарпанным стенам. Я пытался уснуть, мне виделось, как колдовские щетки и тряпки оттирают все, оставляя лишь разводы и обрывки фраз. Спустя час я уснул в бреду, и мне снилось, что ты зачеркнула все, разбив мне сердце. Мне снилось, что ты не заметила ни одного слова и попросту не сочла нужным читать эти дурацкие надписи, возмутившись наглостью ночных вандалов. Я так!